то в Рождество в Америке заработает очень много денег. Народ скупает все, что возможно. Американцы сошли с ума. Русская водочка прям с русской этикеткой. В Калифорнии выпал снег. А, что происходит вообще? Сегодня я расскажу вам, как американцы празднуют Рождество и Новый год. И для этого смотрите, куда я забралась. Сейчас все узнаете. Погнали! Главный праздник у американцев – это, конечно же, 25 декабря, Рождество. Конечно, они празднуют Новый год, но самый любимый – это Рождество. Санта, вечер чудес, сколько песен, сколько книг посвящено этому дню. И, конечно же, сколько денег спускают американцы на покупки и подарки перед Новым годом и Рождеством. Вообще, Рождество в Америке считается семейным праздником. Все очень к этому относятся, так, знаете, вот как Thanksgiving, как ко Дню Благодарения, что надо провести этот день с семьей. А Новый год – это уже такой светский праздник. Можно надеть платье в пайеточках, смокинг и отправиться куда-то в кафе, либо в ресторан, либо в клуб «Бешник». Продавцы, конечно же, в эти дни срывают бешеные кассы, народ скупает все, что возможно. Я как-то в своем инстаграме рассказывала про топ самых таких банальных американских подарков. Ну, недорогих, да? Номер один – это кружечка. Любая кружечка, на которой написано «Merry Christmas», «Happy New Year». Номер два – это будет блокнотик, либо книжка. И номер три – это всякие предметы одежды, типа теплые носки, пледик, одеялко. В общем, все, что можно намотать на себя и провести уютненько этот рождественский вечер. А еще у американцев есть традиция украшать не только свои дома, но и, смотрите, машины. Это оленьи рога, естественно, как вы видите, и красный носик. В Америке есть такой персонаж, который называется «Красноносый олень Рудольф». Этот олень здесь очень-очень популярен, про него есть такая классная детская песня, которую все поют. Ну и многие украшают свои машины именно вот так. Кстати, внимательно смотрите сегодняшнее видео, совсем скоро я расскажу, какие подарки я подарю вам на Новый год и Рождество. Ну а пока предлагаю отправиться в американский продуктовый магазин и посмотреть, что американцы покупают на рождественский и новогодний стол и сколько все это дело стоит. А пока я иду в магазин, я хотела вам сказать, что в преддверии новогодних рождественских праздников я объявляю дополнительную скидку в 20% на свой курс по переезду в США. В курсе я рассказываю о всех способах переезда, как правильно оформить политубежище, какие шаги будут уже внутри, на территории США. В общем, поделилась своим опытом, советами юристов. Если вам нужна полезная информация в одном месте, welcome, пожалуйста, ссылочка на мой курс будет в описании к этому видео. Какой же Новый год без салатиков, правда? Вот американцы их тоже любят. Смотрите, здесь есть салатик с тунцом. Это чикен салат, на нашу оливьешку похоже, правда? 6,99 стоит. Салат с макаронами, слушайте. Кто-то из вас пробовал такой? Напишите в комментах, я еще не брала. Интересно, вкусно или нет? Для тех, кто не любит заморачиваться, можно купить вот такой сразу готовый набор сыров, например, на стол вместе с виноградом. Тут сколько? Раз, два, три, четыре сорта сыра. И стоит он 15,99. Вы не понаслышке можете знать любовь американцам к индейке. Вот смотрите, сколько здесь индейк. О, огромная. Стоит $51.76. Но обычно ее запекают со всякими травами. В любом американском магазине есть отдел распродажный. Так вот, это он, и здесь даже есть всякие вещи к Новому году. Смотрите. 3,89. Санта, привет. Что еще здесь есть? Пожалуйста, можно подарить фрисби на Новый год, например. Американская шляпа, как вам? Кровавая Мэри, коктейльчик алкогольный сразу. Сколько он стоит? $1.99 вот за эту всю бутыль, пожалуйста. А еще я нашла вообще угарную штуку. Это винный календарь. Внутри 24 бутылки на 24 дня перед Рождеством. То есть каждый день открываешь новую бутылочку в преддверии праздников, так сказать. Просто надавливаешь, достаешь эту бутылочку и, пожалуйста, 24 бутылки вина на каждый день. А кто в прошлый раз говорил, что я в обзоре забыла поговорить про алкоголь, пожалуйста, показываю. Вот, водочка Смирнов. 8,99 за бутылку. А здесь у нас Абсолют 27,99, но она прям огромная. Пожалуйста, чтобы поменьше, за 10,99. А я вам показывала, да, уже как-то? Вот, пожалуйста, русская водочка, прям с русской этикеткой. Видите, русский стандарт. Стоит она 13,99. Не, ну есть, конечно, посолиднее наборчики от Курвазье 27,99. Джонни Уокер 110,99. 11,42 шарданешечка. А, здесь у нас что-то подешевле, 8,99, пожалуйста, за бутылку шампанского. А вот есть чисто для одного. Отмечаешь Новый год в одиночестве, купил себе маленькое шампанское, отметил. Как вы поняли, с едой американцы на Новый год и Рождество предпочитают не заморачиваться. Давайте сейчас вам покажу, что американцы могут подарить друг другу. Здесь вот у нас полочка любителей «Звездных войн». Ой, даже тут упал.
упал маленький зеленый друг. Здесь, пожалуйста, игрушки, причем уже, понимаете, да, перед Крисмасом они уже на распродаже стоят. Вот, 7,99 за вот такую машинку, пистолет за 6,99. Так, ну и куда, конечно же, без Candy Canes. То есть это вот такие вот, как, знаете, палочки от зонтиков, американские сладости, очень популярные. Я знаю, что они даже сейчас везде, в принципе, по миру продаются. Так, здесь у нас что еще? Фонарики на елку. Пожалуйста, упаковочка, 200 фонариков. У меня, кстати, такие же дома, тут. И стоят они на распродаже 3,99, а раньше стоили 7,99. Очень, кстати, выгодное предложение, фонарики действительно классные. А на распродажах, конечно же, есть техника. Вот, 79,99, вот такая вот скороварочка здесь стоит. А набор ножей 14,99 за упаковку. Гриль 14,99. В общем, подарок хозяюшке можно купить вот прям с бантиком. Я не случайно сюда забралась. Смотрите, что нашла. Это, значит, какая-то типа куртка. Внутри пушистая. Такие же здесь ботинки. Типа, короче, костюм на Новый год уютный. И стоит он $31.99. Ну, признавайтесь, кому такой нужен на зиму? Слушайте, американцы сошли с ума. 14,99 стоил и 14,99 скидка. Во предложение. Короче, а вот это типичная американская сладость, пряничный домик, его делают дети, ну, на самом деле, взрослые тоже делают. Здесь, в общем, такие в виде печенечек, всякие стеночки, набор для украшений, ты должен его собрать, украсить и поставить на стол, либо около елочки. А, кто-то меня спрашивал про типичные американские фильмы на Новый год. Вот сейчас вам, пожалуйста, покажу. Значит, Гринч, Похититель Рождества, это у нас Джимом Керри, да, вот, Один дома, кто меня спрашивал, кто любит Один дома, ну-ка быстренько отмечайте комменты. Чудо с 34-й улицы, я вот такой фильм не видела. Полярный экспресс с Томом Хэнксом, вот мне кажется, я его, кстати, видела. Ну, конечно же, что только не продается. К Новому году вот можно купить 1501-ю кружку, подарить ее себе либо друзьям. Здесь она сейчас на распродаже стоит $3, стоила 5,99. Купил подарки, что нужно с ними сделать правильно? Упаковать. Пожалуйста, упаковочная бумага, вот такой вот большой рулон, стоит $1.49. Ну и что, мой предновогодний американский шопинг закончен, а прямо сейчас я пойду куплю подарки для вас. А что это будет, вы узнаете ближе к концу ролика, так что не переключайтесь. 23 декабря, елка! А, что происходит вообще? То есть кто-то раньше времени выбросил елку, потому что, смотрите, она засохла. Ну, я не знаю, или кто-то переезжает, ну, в общем... Елка стоит, праздник еще не начался. Американцы вообще такие ребята, они выбрасывают елки уже 26 декабря. Ну, не все, конечно, но есть такие. То есть 25-го Крисмас прошло, Рождество, все, елку можно выбрасывать. Этот вообще кто-то не дождался. Но на самом деле потом за вот этой елкой приедет специальная служба, именно поэтому они выбрасывают вот сюда, вот на бордюрчик, называется curb. А потом приедет машина, погрузит это все, и все эти елочки поедут на утилизацию. Украшают ли американцы дома к Новому году? Но я скажу про Калифорнию, вот как вы можете видеть, не очень. То есть они могут повесить какие-то фонарики на дом, может быть, веночки. Вот видите, у ребят веночек висит. Ну вот здесь вот видите, ребята, пожалуйста, повесили фонарики на кусты. Вечером они светятся. Ну, теплый штат, понимаете? Мне кажется, это больше популярно для каких-то холодных штатов, когда вот целый дом загородный украшен, сосулечки всякие, снеговики стоят. Ну, в Калифорнии все-таки тепло, поэтому, ну что здесь, пальму обмотать разве что. Добро пожаловать в вечерний украшенный Лос-Анджелес. И сходу покажу вам, знаете что? Смотрите, видели ли вы когда-нибудь украшенные пальмы к Новому году, ребята? Вот они. А мы с вами, друзья, сейчас будем пробираться к елке. И я покажу, какой сюрприз я для вас приготовила. А смотрите, какой классный бар, рядом фонтанчик, на открытом воздухе люди сидят, коктейли заказывают. Ну и, в принципе, видите, настроение такое предрождественское. А это американский кинотеатр, как вы можете понять. Вот, видите, украшено очень круто. А, билетики там стоят около $20. В Калифорнии выпал снег! Просто уникальное событие. На самом деле, это маленькая пена, она прилетает вот сверху, есть генератор, ну и это все имитирует снег, чтобы было ощущение праздника. Все, конечно же, сразу начинают фоткаться, дети ловят ее, ну праздник же! Какой самый ожидаемый подарок на Новый год? Знаете, да, вот эти вот ребята, которые набились в магазин Apple, точно знают. Все, конечно же, ждут новый айфончик, какие-нибудь наушнички новенькие, например, AirPods Pro. И, кстати, помните, да, что мы с вами договорились, на 250 тысяч разыграем новенький айфончик. Я помню, а вы? Так что не забывайте подписываться на канал. Зацените, креативная елка в универмаге.
Потому что в универмаге все выбирают подарки друг другу. Здесь вещи не самые дешевые, вам скажу. Сейчас покажу, сколько что стоит. Пожалуйста, стенди Gucci, если вы хотите шлепки. Поднимаем, смотрим, сколько они стоят здесь. Они стоят $310 за вот такие шлепки Gucci. Еще облотики. Пожалуйста. Еще одни Gucci за $730. Ну и как понимаете, цены все равно не останавливают людей. Здесь очень много туристов. В принципе, Лос-Анджелес — это город, где много туристов. Поэтому каждый с пакетиком. Кому Gucci, как говорится, кому Michael Kors, а кому что-то недорогое, например, из магазина Ross, где постоянно идут распродажи. Кто в Рождество в Америке заработает очень много денег? Знаете кто? А вот он здесь находится, Санта-Клаус. Вот это домик Санта-Клауса, куда люди приходят для того, чтобы с ним сфотографироваться, а детки, чтобы загадать желание. А давайте покажу вам, сколько денег берет Санта-Клаус за свои услуги. Очередь! Смотрите, вот все эти люди стоят к Санте, то есть вот она тянется, тянется, тянется. Прайс. Ну, как понимаете, быть Сантой — это очень прибыльно. Пожалуйста, максимальный пакет $100. Тебе вон тут дадут сколько фотографий, да? 4 фотки маленькие, Санта-видео, одну фотку 8×10. В общем, и еще набор фоток для кошелька. Санта-Клаусы здесь работают в 2, а то иногда в 3 смены. То есть это 3 дядьки в возрасте с бородой, которые принимают детишек и слушают их пожелания на Новый год. Но вот видите, вот там вот за мной, собственно, то помещение, где он сидит и принимает гостей. Домик Санта-Клауса, все вокруг украшено, а на деревьях, посмотрите, висят лимоны. И это Калифорния, вот она такая. Уличная кафешка, что здесь можно купить? Видите, всякие рогалики, такие вкусные рогалики, на котором колбаски есть. Ну что, вот она моя покупочка. Сейчас покажу, что я купила и как это выглядит. Это такие маленькие сосисочки в тесте, смотрите. А можно еще было полить любым соусом. Стоит такая баночка, вот по крайней мере в этом месте, $6. Могу сказать, ребята, что Новый год — это вот такое прекрасное время, когда можно загадать желание. Так вот, я сейчас вот стою около этой елки в Лос-Анджелесе и хочу пожелать вам, чтобы все, что вы задумали, обязательно исполнялось. Не бойтесь трудностей. Я знаю, что на мой канал подписаны очень многие, кто хочет переехать в Америку, кто сталкивается с отказами в визах, кто видит сложности в переезде. Я решила, что лучший подарок — это шанс испытать удачу. Один билетик я разыграю здесь среди комментариев, и один билетик улетает в Инстаграм на Лифорникейшн. Поэтому не забывайте подписываться там и здесь. Обязательно ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал. И честно от души, ребята, желаю вам, чтобы в новом году обязательно сбылось то, что вы задумали. Bye, guys!